сзади здание. Здание, пиздец, посмотри, высокий, блядь. Ебанёшься, брат. Второе пиздец, вон то, блядь. Но оно это криво. Это третье. Оно, его криво построили, блядь. А-а-а. Я отвечаю, оно, блядь, дало трещину. Я, бля, буду. Это там да, фундамент. Нет, вроде, не... ровно, девочка, я узнал тебя. Девочка, ты кайфоватая. Девочка, ты самая. Девочка, ты вся моя. Снова бегу от гибали. Лиза, скажи по-братски, как ты так снимаешь приколы, что люди не обижаются? Я прикалываюсь просто, а потом говорю, что это пранк. И вам за это ничего не будет. Пранк? Да, пранк. Давай сделаем. Давай, брат. Пранк. Ты чё делаешь? Бля, хуел! Ты чё? Это пранк! Как он нахуй? Пранк, бля! Вот он нахуй! О, Киза, я тебя ёбну сейчас, бля! Я его ёбну, бля! Кто так нахуй сыр выносит? Ты сюда учил! Ну так, ты так просто же нельзя! Я тебя убью и пранк будет, это пранк! Это пранк! Чё делаешь? Кто так нахуй? Дай сейчас ты человек, ты чё? Ты что делаешь? Разве это пранк? Нет, я просто посрать хотел. Москва, ёпта! 6,3 Гелендваген, 6,3, слушай. Серго, откуда у тебя 6,3 Гелендваген, а? Каха, ты как меня нашел? Да хули тебя искать? Ру-ру-ру, слышал, пришел? Да. Братан, это Москва, здесь любой Гелендваген берешь и едешь, никто даже его не ищет, уже два дня, ебаный в рот катаюсь, похуй, да? Все, поехал, да? Не то, что в Сочи с Hyundai Solaris в Казани, любой Solaris жопу порут, пилинки с них сдувают. Да, братан, хуярим похуй. По Москве, я тебе говорю, это увидел, блядь, Москва. А тёлки подкидываются, тёлки. Нихуя себе, смотри. Покажи, а ну давай какую-нибудь шкуру пойдем снимем на Гелендвагене. Я тебе говорю, братан. Видишь, тачка стоит. Вот, а, пожалуйста. Сейчас я Гусейн Гасан. Гелендваген за 12 миллионов у нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Андох, что там за тип стоит? Пойдем его на, да, на деньги, обуем его. Москвич, походу. Москвич, да. Походу, да. Э, слышь, деньги, давай сюда. У меня нету денег. Нет. В смысле нет денег? Что, проблема у вас? Не, брат, брат. Чё вы, давай. Не. Спасибо, что спас меня, братан. В Москве безопасность, я тебе гарантирую. Спасибо, с меня поляна. Договорились. Только такая, ну, небольшая, маленькая. Мне хватит. Все, окей. Раз, два, три, четыре. Каха, здорово. Отъебись, нету денег. Да я не деньги, куда едешь? Да на авторынок хочу поехать, понял? Диски померить, краску посмотреть, на машину выхлоп померить, понял? Сейчас не надо на авторынок для этого ездить. Почему? Потому что есть приложение Формакар. Смотри, например, выбираем копейку и вот здесь листаем диск. Здесь же цвет меняешь, любые марки, любого производителя, диски, шмиски, любые запчасти, все, что хочешь, со всего мира можно заказать, братан. Да ладно, дай сюда, я себе сделаю шестерку. А чё, так тоже можно было? Конечно, почему нет? У тебя беспонтовая тачка. Почему? А, ну и это иномарка, на них запчасти дорогие. Да иди ты нахуй! Сейчас кого-нибудь заставим послушать музыку. Пацаны, вы чё, слушаем музыку? Давай. Да, давай. Садись вперёд, давай. Я первый раз такой испытал. Так, нормально себя чувствуете? Прекрасно. Садитесь. Шарики. Как тебя зовут? Меня Владимир зовут. Владимир, все нормально с сердцем? Сердцем, да. Гастрита нет? Нет. Брат, я сын тебя, там-то, там-то. Лечка с лапками, там-то, там-то. Хочешь музыку послушать? Нет. А лезгинку? Лезгинку можно? Чё, лезгинку послушать? Шерго, братан, у тебя в Инстаграм сколько подписчиков? Почти миллион. Пойдем погуляем. Куда?
Вот сюда пойдем. Почему именно сюда? Ну а куда, братан, в этом городе идти? Ну вот скажи, куда? Там просто миллион кафешек было. Да ебать эти кафешки, пойдем сюда. Почему именно за этот столик? Не почему, просто. Скажи по-братски, что вам там написано? Бургер смог. В камеру поверни, скажи громче. Бургер смог. А зачем я это в камеру сказал? Просто я проверял, вдруг ты меня обманываешь, что ты не умеешь читать по-английски. 180 рублей бургер и 500 рублей кальян, братан. Прикольно. И что ты, прикольно, повтори это, я для тебя это говорю. 180... В камеру. 180 рублей бургер и 500 кальян. Эй, официант, позови хозяина заведения сюда. Ах, а за что она тебе деньги дала? Да какая разница, посмотри, какая тёлка вот там идет. Она была на меня подписана, потом была отписана. Страничка ее уже закрытою была. Нашла она таинственно жениха себе красивого, и на свадьбу его с кольцом она развела. Он думал, что только ему она всю жизнь была верна. Но каждый день я ездил к ней, гулял, бухал и в рот давал, а он ее любил и целовал. Он думал, что только ему она всю жизнь была верна. В Инстаграм жениться так обманчиво. А, Филипп Петросович, я же тебя сюда привез. Давай мне этот за такси 300 рублей. Ты скажи еще спасибо, что я тебе не надавал по лицу. Рысь, съесть. А, фашма хочешь ты. Я думал, он нормальный певец. Вот ты тоже король попы звезда, не знаю, кто ты. Так взял и ушел отсюда. Я пойду, Тимати вас. Встал и ушел. Вот встану и уйду. Да, уйди, не звезди. Пацаны занимаются качественным детейлингом, попросили сделать рекламу, говорят, заплатим миллион. Я говорю, не, за миллион рекламу делать не буду, а, 100 000 говорю. Ребят, 100 000, вот мой Мерседес. Ребят, конечно бы я не стал кататься на синей машине. Приехал ЮКТ, отдаем на поклейку. Через 3 дня будет вот такая. Видно, да? Ребят, конечно же, я не стал кататься на синей машине. Приехал в детейлинг GTA. Через 3 дня будет вот такая. Отдаю на поклейку. Таксист с Яндекс.Такси. Ты такси заказывал? Что смотришь? Садись, пока я тебя не убил. Нюхай мой пот до самой Сухаревской. Друзья, Гусейн Гасанов снимает юмор, и у него 7 миллионов подписчиков. Я буду снимать точно такой же юмор, и у меня тоже скоро будет 7 миллионов подписчиков. Юмор будет точно таким же.